Вау, да, реально рили база. Рили огромная база. Эгей-эгей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами Subnautica Below Zero. Так, короче, сейчас я сюда пришел, чтобы забрать тут остальной свой хлам весь, вот, и... Так, все заберу, и, в общем, что я хотел вам показать. Пока я лазил, зашел как-то на базу, и, знаете, пришло сообщение вот сюда, ну, это типа личная запись, Робин говорит, морские обезьяны сменили отношение ко мне. Озадачена, если бы только я могла дать им понять, что мне нужно. Быть может, в следующий раз они принесут что-нибудь полезное. Что-то, короче, морские обезьяны как-то поменяли отношения, но не понял, с чего она взяла вывод. Ну, я там рядом лазил возле этих обезьян. Так, короче, я весь хлам уже свой на базу перенес, сдал ящики, сейчас все покажу. Поближе перенес вот эту ловушку ионную, или как она, гравиловушка, да, называется. Так, а где морские обезьяны? Давай посмотрим, что... Почему они поменяли отношение ко мне? А, и кстати, еще, короче, я вот лазил вот с этой вот штуковиной. Вот с этой вот. Искал, знаете что? Искал я металлолом, по-моему. Блин. Нет, не металлолом. Я искал... так, где эта фигня? Сейчас покажу. Вот, фрагменты. Вот так просто плавал и нашел. Прикинь, она мне показала. Эта штука заработала. И она мне показала какую-то... Гравипушку, что ли? Вот. А, нет, пропульсионная пушка помещает объекты в гравитационное поле, чтобы притягивать и отталкивать их. Вот такая вот фигня. Я, правда, не знаю, зачем она нужна. Нажмите на спусковой механизм один раз, чтобы захватить и притянуть целевой объект весом менее 25 килограмм. Выполните захват объекта можно безопасно извлечь из гравитационного луча. В качестве альтернативы нажмите на спусковой механизм второго, чтобы придать объекту ускорение и оттолкнуться от устройства. Не рекомендуется применять устройство к органическим объектам. Ну, понятно. То есть, короче, можно применять куда-то. Что такое? А что это я вдруг стал замерзать? Что я долго на месте нахожусь, что ли, или что? Что это я стал замерзать, вы видали? Короче, создал три пока ящика, назвал один обычный, тут обычные у нас материалы, тут титан, допустим, медь, кварц будет, ну и отложение солей, это, правда, у меня уже не влазит, силиконовая резина, но это мы используем. Важные материалы, здесь я собрал свинец, золото, так, серу, серебряную руду, ну и вот один образец у меня пластинчатого коралла сюда залез. И редкие материалы назвал. Это алмазы, это гелеобразовый мешочек, вот эти ионные кубы, может быть даже это надо какой-нибудь создать, не знаю, такой ящичек и назвать, к примеру, что там инопланетные какие-то материалы, может так будет лучше. Ну пока ладно, фиг с ним. Так, давайте, ладно, давайте смотреть. Я хотел создать в прошлый раз с вами вот эту вот штуку. Так, это у нас какая-то фигня, не знаю, какой-то кислородный баллон-ускоритель. Не знаю, для чего. Ну, давайте попробуем создадим, просто поглядим. Так, нам нужно поймать одного пузыря. Возможно, здесь на гравиловушке уже есть какой-нибудь пузырь. Да, пузырь есть определенно. А, даже вот без гравиловушки я сейчас его поймаю. Иди-ка сюда. Так, все, пошли создадим. Резина есть, как раз вот резину потратим. Шкафчик можно будет отключить. Ну, сейчас создадим все это, а потом отключим. Так, нам надо вот туда что-то. Так, где эта фигня? Вот, пропульсионная пушка появилась. И вот этот воздушный пузырь. Создадим, просто посмотрим, что этот кислородный баллон нам даст. Так, я вот это должен снять, видимо, да. Смотри, так, где этот теперь кислородный баллон? Вот он, баллон-ускоритель. Давай создадим, может быть вообще у нас сейчас дофига будет. Как им пользоваться? А, он сразу у меня. Плюс 900 запас кислорода, использует кислород для увеличения скорости. А как это делать? Как это работает? Так, как это работает? А, на shift. На shift нажимаю, смотри, с помощью кислород трачу. И быстрее плыву. Вот как это работает. Так, ну-ка давай вот эту фигню попробуем, с ней еще поплаваем. Тут пособираем пока ресурсы, мне они нужны будут.
Пока эта штуковина ничего не находит. Надо, то есть, глубже куда-то опускаться. Вау. Это то же самое, да? Это где я тогда был. Да, это, по-моему, то же место. Вау, кстати, я там что-то вижу. О, пожалуйста, это что? Фрагмент модуля изготовителя морехода. Так. Синтезирован новый модуль изготовителя морехода. Отлично. Так, пока эта штуковина больше ничего не находит. Но она как-то через раз работает. То находит, то не находит. Она, честно говоря, бесит меня. Это фигня, блин. Как-то криво работает. Ё-моё, вот там креветка. Это опять... Это она же? Нет, это другая фигня. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Ой-о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 й
ее. Вот еще что-то нашел, ребят. Блин, у меня... Давай быстрей. Модуль хранилища морехода. Отлично. Так, 2 из 3 уже нашел. Так. 28 секунд. Серьезно? Где кислород? Я видел, где-то тут кислород был. О май гад. О май гад. Так, валим отсюда. Нафиг, блин, я опять запутался. Так, 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 так. Где-то был кислород, я видел. 13 секунд. Серьезно? Жесть. Кислород. Вот, 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 я вижу. Ой, жесть, валю отсюда, все, валю нафиг. Сюда реально надо на мореходе, видимо, приплыть. Внимание, кислорода стало 30, я понял. Я понял, так, я ищу, вон, кислород. Блин, на shift нажимать нельзя. А, ну он, кстати, и не тратит, когда мало кислорода, но не тратит. Так, я, там я был. Все, у этих притечей я побывал. Тут, правда, светится что-то опять. Оно так светилось, да? А нет, оно перестало светиться. А вот там... А кислорода? Все, 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 я пополняю. Ой, нет, не надо нажимать на shift. Не надо... Пополните запас жидкости. Блин, как же это надоело уже. Так, ладно, я понял вас. Все, валим отсюда. Добро пожаловать на борт. Спасибо, спасибо, чувак. Так, давай вот это все скинем. Серебряная руда у нас не здесь. Серебряная руда у нас вот здесь. Так, также что еще сюда можно скинуть? Энергоячейку можно сюда скинуть тоже, чтобы место не занимало. Силиконовую вот эту фигню. Короче, нужен шкаф еще один. По-любому надо строить шкаф для хлама какого-нибудь, да? Так, что вот здесь? Мне модификационная станция нужна. Еще надо базу расширять, чтобы вот комнату сканирования тоже построить. Ну ладно, это мы все будем, наверное, строить. Так, так, так. Сейчас что? Наверное, наш шкафчик еще где-нибудь повешаем. Вот здесь под хлам какой-нибудь. Давайте, наверное, вот так отдельно я его вот тут вот поставлю. Пусть тут хлам валяется всякий. Так, так, что мне надо, что мне надо? Пока ладно, хлам. Я скину сюда вот эту силиконовую резину. Скину сюда соль. Титан. Ну, титан, ладно, может быть, сюда поместится. Нет, тут уже ничего не помещается. А, из титана можно сделать еще вот такой слиток, чтобы он место меньше занимал. Аэрогель, рубин, смотри. А я еще рубина не встречал в своей жизни. Ну, в этой части сабнафтики имеется в виду. Не в своей жизни конкретно, а в своей жизни в этой игре. Не встречал, да, рубина. Так, ладно. И тоже, наверное, этот титан мы закинем сюда. Хотя, блин, ладно, закинем, пофигу. Да и сюда тоже закинем. Пусть, короче, и тут титан, и там титан, потому что титана вообще полно. Так, батарейки есть с собой? Батарейки есть. Нету воды, нету еды. Надо покушать и надо попить нам взять что-нибудь. Так, пошли. Что тут? Гравий и ловушка. О, кстати, да, на shift. Вот когда рядом с домом, тут можно шифтом пользоваться на изи вообще. А, где ты вы? Эй, паучки и жучки, блин. Достали. Давай сюда, я сейчас вас всех сожру. И сделаю воды себе побольше. Все, вот так, все, поплыли. Да, классно, вот так шифтом можно возле дома, там, если быстро что-то надо. Кстати, я обезьян же хотел найти, посмотреть, что они там скажут, обезьяны. Так, давай сначала еды готовим. Так, пузыря не будем мы использовать. Мы просто приготовим еду, и, по-моему, сама рыба вот эта, она тоже, если ее сразу съедаешь, по-моему, она тоже заполняет жидкость. Сейчас и проверим как раз. А из пузыря сделаем себе воды, про запасы возьмем с собой.
И пойдем сейчас посмотрим то место крушения, где мы упали. Там до этого еще в первой серии, по-моему, вы мне писали. Я просто серии подряд записываю, поэтому комментарии сразу не могу ваши как бы читать. Так, давай, да, вот плюс там 3 воды дает, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3. Все, ну почти вода почти полная. Ладно, сейчас еще вот так воды возьмем, наделаем и пойдем, короче, на то место, где крушение произошло. Посмотрим, там вроде как какая-то база была. Давай сохранимся. Там вроде как какая-то база была, когда мы падали, да, в самом начале. Можете первую серию посмотреть, кто не видел. Там, короче, была база. Вот, я правда... А на поверхности он тоже? Да, кстати, на поверхности он падал. Так, смотри, давай вспоминать. Вот здесь... У нас база, ой, база, говорю, наша шлюпка спасательная, да? А мы пришли вот где-то с той стороны. Вот, там, да, база определенно есть. Ох, нифига себе. А здесь они используют, да? А, классно. Да, ну на поверхности воды вообще классно можно лететь, смотри. Хоп. Так, вот отсюда я пришел вроде бы, да? Так, фонарик можно выключить. Вроде бы я отсюда пришел. Ну, вроде да, да, вот, отсюда. Угу, вот они, цветочки вот эти, которые обогревают. Включить-выключить. Так, можно взять ножичек, наверное. Так, да, вот здесь у меня разбился самолет, мы здесь приземлились. Так, и давай смотреть. А, еще сказали, что тут много типа ресурсов всяких валяется. Так, ну вот он, мой самолет. Вау. Это молния. А, ну это глюк, видимо, не прорисовано. Вернее, или как прорисовалось, так и осталось. Да, вот он самолет. А какие тут ресурсы в самолете самом, что ли? Звездолете. Так. Ух ты. А, сигнальная ракета валяется. О, май гаш. И точно, ты посмотри. Тут и питательный батончик. И воды, и сигнальных ракет полно. Что-то еще тут? Так, а подожди, а как к базе? Надвигается опасная погода, найдите убежище. Так, окей, сейчас найдем. Так, я начинаю замерзать потихоньку. Так, мы упали, получается, вот так, да, след? Да, летели мы с той стороны, значит, база где-то там, за вот этими льдинами. Ну, как туда пробраться? Сходи, говорит, на эту базу. А как я схожу, если тут нету ни проходов, нифига? Так, взять снег. Ну, снег нафиг не нужен. А, может, я могу наверх как-то забраться? Хотя вряд ли, я думаю. Да. Ой, как бы тут не застрять еще? Ой, жесть, нет. Не, ну тут определенно, ребят, я не залезу. Я не пройду тут. Так, о май гад, вот это вот что такое? Блин, как бы еще здоровье от этого не страдало. Так, ну все. Перехождение неминуемо. Я бегу к цветочку. Цветочек, давай быстренько, милый, обогрей меня, обогрей. О, жесть. А, погода испортилась, и я еще быстрее начал замерзать. О, еще ракетница. И еще батончик. Так, и еще и снега. Перехождение, я бегу. Так, снег надо выкинуть. Сразу снежок. Блин, вот непонятно про снег вообще. Так, база данных. А что в базе данных появилось? Травоядный... А, арктический скат. Быстрый и подвижный вид скатов, хорошо адаптированных к условиям низких температур. Два набора крыловидных плавников позволяют этому скату быстро менять направление движения и ускоряться. Как и другие местные скаты, он исключительно травоядный. Оценка, безобидный. Так, а что, у меня какие-то чертежи тут стали доступны? А, вот, модуль изготовитель морехода. Пласталевый слиток. А из чего он делается? А, титановый слиток и литий две штуки. А, ну литий изи. Литий изи. Так, что погода? То есть получается, что база, если есть где-то, то она где-то там, в той стороне. И где-то проход на нее должен быть тоже в той стороне, судя. Да, она вот где-то там, получается. Мы вот так упали. Вот она где-то там, как раз таки в той стороне. Сейчас вот если мы поднимемся. Смотри, сейчас вот подальше отойдем.
Вау, как оно быстро... Да, вот видишь, там что-то видно. То есть нам надо как-то плыть в эту сторону, да? Ну давай сохранимся и попробуем тогда. Попробуем, поплывем. Посмотрим. Блин, правда у меня в инвентаре... Ой, не туда нажал. В инвентаре, наверное, места мало. Снежок, снежок выкидываем нафиг. Так, вода. Чё так быстро вода уходит у нас, а? То есть получается... Вот в этой стороне. Ну тут льдины непроходимые просто. Ты посмотри. А, подожди. А, нет, я не могу залезть. Тут глючит что-то. Я думал, вот это как пещера. Не, я не могу залезть, ребят. Глючит просто все. Начинает что-то глючить. О, вот это, вот эти фрукты, классная вещь. Так. А может быть по льдиной где-то проход должен быть? А? Ну тут-то точно нету. Во, вот там что-то мне показалось только что, видели? Так, как этот фрукт взять? Во. Надо его хавануть сразу, делаем. Ледяной фрукт. Все нормально, у меня все полное. Так, вроде бы я... Во, обезьяна, привет. Обезьянка. What? The Titan. Офигеть, спасибо, чувак. О, эй, ты чё, блин, обезьян моих обижаешь? Мои обезьяны? Ой, верните морские. А, его поднять можно? Держи, держи, держи. О, чё такое, как его угомонить-то? А зачем я его взял? Отпусти его тогда. Да ты чё такой, тварь? А ну-ка, отпусти его. А, все, симбиот открыт новый организм. Я его поймал, прикинь. Вот жесть, вот он мне навтыкал. О, привет, обезьяна, что еще? Взять медную руду. Офигеть, они стали ко мне по-другому относиться, смотри. Они мне не стали принимать как врага. Ты мне тоже что-то принесла? Прикольно. Они поменяли ко мне отношения, реально. Так, я не понял, где же нам проход в эту базу найти? Так, смотри, здесь есть, в принципе... Так, мы всплыли. Но тут нифига, да, под водой, что у нас? Давай под льдиной смотреть. Так, тут вот эта вот фигня, вот она замораживает. Короче, надо смотреть, где-то в этой стороне, ребят. По-любому, тут то ли проплыть... О, я прям в пузыре проплыть, оказывается, могу. Так, вот еще один какой-то... Так, давай вот тут поверху проплывем. Может, где-то здесь надо залезть? Нет. Так, а что внизу у нас? Ой, май гаш, я вообще ничего не вижу. А что так темно-то стало совсем? А? Так, это дерево. Что-то темно, надо, может, под льдиной это плыть? Вау. Судя по всему, я под льдиной проплываю. What? Да, я нашел что-то. Так, тут холодно, но тут вон, везде фонари стоят. То есть, да, тут есть база, по-любому. Тут можно погреться об цветочки. Класс, давай. Греемся. Ой, хорошо-то как. Так, взять снег. Почему я фонари вот такие не могу сделать? Я хотел бы их поставить возле своей базы, чтобы базу свою освещать тоже. Так, окей, тут лед кругом. Вау, да, реально рили база. Рили огромная база. О май гад, был. Данила, ты что, крейзи? Тут реально база огромная. Так, ладно. Бежим. Слушай, по-моему, мы вот эту базу... Так, тут можно все сканировать. Погрузчик, но мне под водой погрузчик нафиг не нужен.
Ну тут дофига каких ресов, наверное, есть. О! Сломать снеговика. А зачем? Взять снег. А нафига я сломал снеговика? О, жесть. А что происходит? Боги разгневались на меня из-за того, что я снеговика сломал? Серьезно? О, ух ты, нифига себе, это ж краб. Поврежденный костюм краба. Почему я его отсканировать не могу? А что его отсканировать-то не могу? Он мне нужен. Взять снег. Я мерзну. Так, как мне на базу залезть? Пошли быстрее. Пошли быстрее. Я вовнутрь могу зайти? Да. Ебой. Офигеть. Нифига себе тут база. Ё-моё. Так, ну это я все уже изучил, видимо. Так, но сигнала. Нет сигнала. Почему я это изучить не могу? Так, КПК Альтыра я вижу. Офигеть, так. Это я не могу отсканировать, это не могу. Вот это вот. Она все как будто тут вымерла, все нафиг. Офигеть, бассейн. О, аквариум. И просканировать тоже его не могу. Открыть ящик, операторская комната, управление. Испытание операторское на базе Альфа. Синтезированный чертеж. Так, испытание операторское на базе Альфа. Строительство долговременных баз на этой промокшей насквозь планете имеет свои трудности. Корпорация снова ставит на нас опыты с этой новой операторской. Будем надеяться, что эти испытания пройдут лучше, чем прошлые. Надбавка за риск не стоит такого наказания. What? Что за операторская? Нафига она нужна? Так, две рыбки какие-то новые. И операторская, по сути, да? Где она? Так, титан. Расширительный комплект проводов. Стекло, операторская. Комната управления. Блин, ее надо будет строить, наверное. Так, КПК Альтеры. Заметки о переносе данных архитектора. Так, заметки о переносе данных архитектора. В то время как другие команды изучали туманные методы пробуждения архитекторов, мы применили более практичный подход. Архитекторов они называют вот этих, короче, инопланетян. Мы знаем, что эти полуорганические, полуцифровые существа хранили то, что считали собой на компьютерах в своих святилищах. А также мы знаем, что все усилия по пробуждению или общению с ними были напрасны. По нашей теории, для настоящего первого контакта необходимо, чтобы эти цифровые призраки были рекомбинированы с некой органической компонентой. После изучения этих святилищ мы предположили, что у них имелись средства, как выращивать кибернетические тела, так и передавать свои шаблоны данных между ними. Мы разработали и приложили диапазон форму, которые, как мы надеемся, могут быть применены предиктивно, если и когда такой процесс будет активирован. Теоретически мы могли бы узнать, когда пробудится любые сознания архитектора системы. Мы предоставим наши находки, как только будет готова статья. Эй, что такое? Что со мной? Что за глюки? Смотри, какой стал. Что-то все пока позеленело. Так, открыть запись в базе данных. Вау. Будет дополнено. О май гад, что-то со мной случилось. Подожди, давай сохранимся. Блин, это пройдет или нет? Что-то я какой-то весь... А, смотри, глюки какие-то, видимо, да? Нет. Походу, меня отпускают потихоньку. Подожди, а что это последнее? Будет дополнено. То есть я что-то нашел такое, что еще как бы в игре не добавлено, да?
Ладно, пошли дальше искать. Вот. Что такое? Так, это не сканируется, это не сканируется. Сесть могу, это тоже не сканируется. Что происходит? Блин, меня что-то это пугает. Так, ладно. КПК Альтеры, бездельники. Так, Геркус Ланка, не знаешь, где Лил? Так, Эши Амир. Короче, я эти имена не буду называть, просто буду читать. Так, не знаешь, где Лил? Кстати говоря, нет. Чем она вообще целыми днями занимается? Не знаю, что-то с фазовыми вратами. Что именно? Я думал, они забросили идею контактов с архитектором. Разве роботехники не должны были теперь получить свои субсидии? Откуда мне знать? Спроси Айю. Нет уж, спасибо. Все еще злишься из-за пингвинокрылов-шпионов? Роботы-камнедробители могли бы повысить прибыль от добычи настолько, чтобы можно было финансировать оба проекта. Какое отношение это имеет к Лил? Распределение ресурсов, если она ищет этот щелкающий звук в извилистых мостах, расходуя ресурсы, время компании опять. Так же, как ты прямо сейчас расходуешь мои ресурсы. Иконка не беспокоит. Короче, какая-то переписка, видимо, между какими-то двумя балбесами. Так, тут не открывается. О, это же вода! Почему я ее отсканировать не могу? Нет сигнала. Кофеаппарат тоже не могу отсканировать. Это едовой вот этот аппарат. Или как он там называется? Это все было в первой части, но, видимо... Вот, вот этот большой шкаф. Тоже не могу отсканировать. Такое ощущение, что на эту базу вообще не надо было приходить пока. Что она как будто не доделана. Так, вау. Тут тоже, смотри, ничего не могу отсканировать. Эта картина, вау, классная, да? Тут какой-то костюм, тоже не могу ничего взять. КПК Альтеры. Будет дополнено. Блин, это еще не в разработке находится, прикинь. Ё-моё, тут столько всего. Во. Вот это главная героиня, походу, да? Ах, картину нашел, смотри. Класс. Блин, я даже крабов не могу отсканировать. А как? Как играть? Игра, походу, еще вообще не сделана. То есть даже... Так, опять КПК. Так, открыта база. Перечень задач. Так, собрать еду с грядок и посадить новые растения. Надо сделать. Перевести символы на инопланетных артефактах 7 и 10. Работаю. Отправить готовые исследовательские образцы на Веспер. Ракета сделана. Продолжать исследование механизма силового поля на участке 0. Работаю. Продолжать исследование механизма силового поля на участке 0. Отправить ежедневный отчет о работе. Надраить костюмы краб надо сделать, отремонтировать метеостанцию надо сделать, сделать ежемесячный обход дистанционных установок, проверить, готовы ли стаи пингвинокрылов плавать с людьми. Сделано, да. Проинструктировать новый техперсонал надо сделать. Что-то пипец, дофига чего. Сделан оранжерея. Класс. Смотри, какое крутое здание. Но тут тоже ничего не активно. Я даже грядки не могу отсканировать. Смотри, какая прикольная штукенция. Вот этот шкаф тоже он не активный. Смотри, как будто такое ощущение, что... Тут вообще ничего не работает. Вообще ничего, смотри. Какого фига? Почему ничего не работает? Блин, обидно даже. Шкафы, смотри, огромные. Тут мог бы лут какой-нибудь быть. Я его просканировать, дело в том, что не могу. У меня шкаф почему-то найден наполовину. Так, ладно. Крабы. Поврежденный костюм краба. Но я должен его был отсканировать, и он у меня должен появиться, по идее. Правильно же? Правильно. Так, я тут все вроде залутал. Вот эту часть я залутал, вот эту... Так, давай вниз спустимся. Тут что у нас? Какая-то еда, вода. Тоже можно было бы все отсканировать, но он не сканируется тупо. Так, мы откуда? Мы оттуда пришли, да? Вот там еще что-то. Так, короче.
Ах, тут список дел. Так, туда еще, смотри, проход. Вон туда, вон еще. И вон еще что-то. Так, погода развеялась более-менее. Давай, сейчас сюда вот забежим. Еще раз все проверю. Вроде бы... Вроде ничего не могу я тут отсканировать. Блин, обидно, что крабы стоят. Я их не могу. И понял, что ничего не понял. Вот так, ладно, давайте сохраняемся. И на этом заканчиваем на сегодня. И так уже что-то длинное видео получилось. Продолжим в следующем видео, ребят. Жду от вас Лукас и, конечно, комментарии, подписку, колокольчик. Все эти ютубские дела. С вами был Максим. Всем удачи, всем пока.